Господь плачет и кричит: «Вернитесь, покайтесь, идите за тем, что я вам написал, и будет всякий человек на всем шаре земном имать на лобу и на правой руке штампилку 666. Когда человек примет эту штампилку, то уже будет сатана. Как люди примут печать, Господь закроет небо и всю свою милость закроет. Род человеческий будет гибнуть. Такое будет великое горе вскоре, что даже от начала века такое не было. Душа муку примет горькую. Придут на те люди такие болячки, прилетят такие козявки, будут их сосать, кусать. А с людей текти будет кровь, гной, кричать будут люди, будут так плакать, а смерть сбежит от них. Не будет смерти людям. Такие муки Господь пришлет за ваши прегрешения, что вы прогневили его. Солнце померкнет, превратится в тьму, не даст более свет на землю. Она превратится в кровь, звезды будут падать, священники не будут служить, исполнять тайну Христову, не будут кому проповедовать на земле Христа. Кончаются дорожки. Иди домой. В могилку. Там у нас, там увековечное место. Где зарабили, можно что сдали, а что-то, что взяли, можно. И там пытаются. Где будем находиться? Дома. Там все упустили. Все мертвые. Не пойдешь, ну, человек у него, где ведут. И у России не будет. Пойдет домой там. Они задали. Надо было попросить сначала вопрошку подумать.